Влад, первый тайм провели с очевидным преимуществом, но не получилось забить. Почему? Ну да, у нас в начале первого тайма были хорошие моменты, они реализовали. Дальше как-то, не знаю, не уверен, действовали в штрафной, вот, и тяжелее было забить. Вот, и, в принципе, во втором тоже были подходы. Меньше, конечно, чем в первом, но тоже, к сожалению, не получилось реализовать. Ну, хозяева удивили тем, что так активно начали вторую половину встречи? Ну, турнирное положение заставляет играть активно, вот, и мы тоже не хотели выступать после финала Кубка, поэтому сегодня сражались, да, хорошо играли все в обороне, поэтому и 0-0. Многие говорят, что оставшиеся матчи для «Локомотива» – это лишь формальность. Эмоционально как вы себя чувствуете, как команда себя чувствует? Ну, эмоционально чувствуется все отлично. Мы персонал, мы должны выходить на каждую игру и добиваться положительного результата. Вот. Следующая игра с Оренбургом нам нужно обязательно выигрывать. Мы играем дома и оставшиеся матчи также проводить уверенно.